Приветище, это контрабака Полизака. И теперь я настоящий таможенник. Ведь в прошлой серии у меня закончилось обучение. Я поучаствовал в перестрелке, чуть не попал в морг и куча всякого такого страшного. Теперь же я предоставлен самому себе, и мы начнем расследование. Короче, пришла газета от 21 апреля 81 года. Называется статья «Ложная помощь». И тут говорится, что королевство РКА была увлечена в поддержке врагов нашего народа. «Белый голубь», такая вот организация, провозила через нашу страну продовольствие для семей из объединенного ралли. Продавала оружие бандитам королевского кулака. Королева Кейлана отрицает связь с этой организацией. Для обеспечения безопасности граждан наше правительство ввело эмбарго на все товары, ввозимые из королевства. Из королевства РК все товары, мы их просто разворачиваем, они не должны проехать. А просто гости налегке, которые приезжают, то пожалуйста. Значит, у нас есть контрабандисты. У одного спущены шины, его нельзя пропустить. У другого национальность королевства РК. И у третьего возраст 54. Всех их нужно поймать и посадить, ну или развернуть. И мы начинаем сегодняшний день. Погнали. Здравствуйте, кто там приехал? Опа, тачка вся побитая, смотри. Выходи из тачки вообще. Какие проблемы? Да сейчас будут тебе проблемы. Ты какой-то модник. Можешь сразу его арестовать без разбора полета. Дата рождения первым проверяем. 30 лет, ладно, проходишь. Фотка соответствует с тем, что есть в реалии. Королевство РК, какой у них значок? А, вот, ты, значит, из королевства РК. Ага. Проверяем тачку. Под капотом есть запрещеночка? Слушай, мужик пустой, но по документам у тебя не лады. Поэтому ты не проезжаешь. Давай, до свидос. Да мало. Почему? Документы нормальные сделай. Одного из королевства РК мы не пропустили. Вызываем следующего. Ух ты, зелок едет. Здорово, ты у нас кто такой? Ага, Роско, все дела, конечно. Моя семья в опасности, я должен закончить этот рейд, чтобы отдать долг. Умоляю, пропустите меня. Да вот сейчас пропущу я тебя. Значит, две свиньи ты везешь. Я сейчас это проверю. Две свиньи имеется. Все, огонь. Надо опись сделать. Планшетик. Давай. Выйдите, пожалуйста, из машины. Конечно, я выхожу, сейчас выйду. Так, проверяем на контрабанду. Показалось, что что-то в двери есть. Если я что-нибудь найду... А ты, кстати, у нас какой национальности-то? Надо проверить, может, ты тоже из РК. Вроде бы ничего такого, колеса... Спущено одно колесо, но не все. Так, два колеса спущено, а там сколько? Спущены шины, три штуки. Вот это вот за одно колесо идет или как за два? Спарка же, по идее. У нас тут два колеса спущены, я даже не знаю. Ладно, пропущу тебя. Вроде ничего такого подозрительного я тут не заметил. Давай, гони. Хорошего дня. Слишком ты уж веселый. Может, зря я тебя отпустил. Следующий. Опа, неправильный досмотр. Этого водителя нужно развернуть. Ну, все уже, все. Как бы уехал, чувачочек. Документы. Въезд разрешен. Хорошего дня, ага, давай, до свидос. Следующий. Ну-ка. Все отлично, у этого действительно все было отлично. Вот этот перец вроде отдайте. Молодой по колесам, что у него? Я, кстати, на той легковушке колеса забыл проверить. Ох, сколько же проблем-то сразу навалилось-то на меня, а? Сразу по наркоте проверю его, прежде чем документы глядеть. Вроде все ок. Бардачок здесь открывается. Чё смотришь, вылази из тачки. Ага, все, ок, багажник пустой. Ну давай документы свои теперь. А ты чё, бородку сбрил, что ли, да? Как у Росомахи был. Слушай, а ты не похож на этого чувака, фотка не соответствует. Подбородок другой. Прям капец какой другой. Родинки, проверяем родинки. А тут не видно, да, родинки? Значит, он из королевства РК вроде бы. Печать РК. Дату рождения сравниваем, 24 года. Да ты не похож на 24-летнего, особенно с бородой. Короче, у него номер паспорта не совпадает, еще и фотку нафиг воткну. Ты не проедешь. Тебе запрещен въезд. Давай, до свидос. Да мало, да мало. За что? Следующий. Там еще две тачки или одна?
По-моему, одна. У него, кстати, колесо спущено, да, переднее? Ух ты. Так, ну ты... О, 80 дали, нормально. Опачки, ты груз везешь? Груз, значит, да? О, и здесь тоже багаж. Ёлки-палки, сколько ты всего привез-то с собой? Давай посмотрим, что же там. Документики. Уже даю. Ну, давай, давай. Значит, багаж 9 штук. Берем описи, проверяем. Я слышал, что королева лично заказала эту партию оружия. Она больше всех ненавидит Акаруа. Акаруа? Кто такой Акаров? Не знаю. Видимо, может, президент Аркистана. Так, 8 чемоданчиков. Я что-то не учел, что ли? Что-то забыл? А где 9-й? А где 9-й, месье? Ты мне зубы хочешь заговорить, что ли? Груз, короче, весь достать. Будем досматривать. Какой-то непорядок у вас. Чемодан открыть. Здесь носки, одежда, всякое барахло. Ну, вроде ничего такого, да? Все, ок. Я сейчас еще... Опаньки! Опаньки, контрабанда, кажется. Ну, ничего ж себе, как ты спрятал. Где там мой ножик? Патроны! Оружие провозит! Еще и гранаты, елки-палки. Возьмите эти деньги и пропустите меня, окей? Пошел вон. Значит, обоснование. Сейчас я тебе сделаю. Какое нафиг обоснование? Опись грузов не соответствует. Фото, номер паспорта. Это там что уже проверять-то? Все, ты арестован. Ты попал, чувачок. Мне деньги твои не нужны, убери их. Арестован. Нет, только не это. Поздно метаться. Посидите тут, потусите. Скоро поедем. Че, погнали? Можете идти? Нет. Переместить в полицейскую машину. Машину. А как мне сюда нанять служащего-то? Чтоб он тут что-нибудь печатал, делал. На телефонные звонки отвечал. Двери тут закроем. А, вот, подожди. Чего? Акаров. Во, точно, это наш президент, получается. Почему он на Лукашенко похож, не понимаю. Погнали. Опаньки, надо свет. А че, кстати, лабаш у меня не починен? Фары включим. Так, стоп, подожди, тормози. Я пестик-то взял с собой? Да, по-моему, пистолет всегда со мной. Засада! Ух ты, елки, да я вас сейчас просто возьму и собью. Вот так вот. Минус один. Теперь выхожу из тачки. Глуши. Выходим. Берем ствол. Где там у меня пестик? Вон он. Готов? Один готов. Перезарядка, елки-палки-моталки. У меня тачка сейчас скоро взорвется. Че, кто-то еще приехал? Нет? Фух, все обошлось. И $70 я получил за это. Пойду обыщу этих товарищей, негодяев. Возможно, в них есть патроны. Обыскать. Да, патроны действительно есть. Еще и сумку взял. Дневные расходы, минус 150, нифига себе. Дневные расходы. Так, где-то двоих я сбил. Вот один лежит. Че у тебя тут? Это я забираю. Где-то еще один тут валялся, отдыхал тоже. Его сильно отбросил. А, нифига себе, прям к дереву. Исчез, негодяй. Ладненько, что успел, как говорится, то взял. А что открылось-то? Поехали дальше. Вас хотели спасти, но вместо этого погибли ваши товарищи. Еду я такой, еду, и мне говорят, развалины. Пойду посмотрю, что за развалины. Может, я тут что-нибудь интересное найду? Ух ты, топливо, кажись, канистр с топливом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А тут такие ничего себе развалины, там вон свет даже горит. Посмотрю, кто в домике живет. Может, бомжи какие? Эй, есть кто дома? Выходи. Ого, нифига себе, тут у него припасы знатные. Двери откроешь? Ёлки-мотал. Змея! Это значит... Тут наркобароны какие-то есть, документы КГБ. Так, я слышал, что что-то там с тачкой происходит. Возможно, у меня сбежали заключенные. Пока я сейчас добегу, где там пестик мой? Пестик возьми. Заключенные вроде сидят с открытой дверью. Я бы на их месте убежал уже давно, вот честно. Пока я там шлындал где-то по лесу. Но зато нашли важные документы. Погнали отсюда. Трудовой лагерь. Открывай ворота. Ну вот и приехали. Начальник, я привез тут тебе парочку. Забирай. $200 за двоих.
Я себя чувствую каким-то работорговцем, слушай. Ну все, едем домой отсыпаться. Механик, у меня тут для тебя работенька есть. Почини мне тачку, а? По-братски. Так точно. Спасибо, братец, спасибо. Как новенькая, ты вообще мастер зачетный. Ну, а я иду на отдых. Подрыхнуть уже пора. Подъем, товарищ. Вас ждет очередной замечательный день в Аркистане. Ты уверен? Слушай, я вот... О, газета какая-то новая. Давай почитаем. Как вот эту вот... Вот эту газету можно убрать? Я ее вчера читал. Письмо. Ух ты, 200 баксов пришло. Дорогой начальник, спасибо, что вы сделали для меня исключение. Мне удалось заработать больше, чем я рассчитывал. Теперь я смогу выплачивать долг и вытащить семью из этой проклятой дыры. Я обязан вам жизнью. Я надеюсь, что эта небольшая сумма вознаградит вас за риск, на который вы пошли. Уважающий вас Павел Зубков. Ну, блин, я даже не знаю. Ну, спасибо, конечно, за 200 долларов. Пропустил. Деньги он мне дал, это может быть взятничеством. Пойду, короче, на склад сейчас забегаю, посмотрю, что там у меня. У меня же там куча всего, вон, смотри, сколько коробок. О, да, ого, газовый шланг. Ничего себе. У меня тут обоймы есть, кокаином, оружие. Все это нужно будет потом куда-нибудь отвезти и сдать. Или продать. Что я могу делать у себя на посту? Посмотрим, что у меня в компе есть. Звание, я сейчас лейтенант. Текущее событие, ложная помощь. Общий доход 2460 долларов. Это, видимо, за все время. Правильных досмотров 12, неправильных 2. Все это скучно. Идем дальше. Во, квартира, наконец-то, я ее хочу апгрейдить. Почему мне не сказали, что именно здесь это надо делать? Нифига себе. За 600 долларов я могу вот такую коморку себе сделать? Так давай, бабки позволяют. А дальше что будет? Какой вариант? А, здесь склад можно апгрейдить, расширить его. Тюрьма можно улучшить. Понятно. За 1300 баксов я получу вот такую же квартиру. Огонь. Дальше. Постовой Максимов. Его можно даже апгрейдить. За 350 будет вот такой вот Максимов. И у него вместо пистолета будет автомат. Ну и, соответственно, здоровье побольше. Ну и бабла он будет получать больше по зарплате. Тачка. Наша буханочка. Заменить я смогу вот на такую буханку. Только я не понимаю, в чем разница. Просто она будет покрашена. Также можно Завет XT1 купить и Гроздюк P9. Все понятно. Наконец-то квартиру я свою апгрейдил. Ну-ка, ух ты, ничего себе. Знаешь, похоже на пост охранника на стройке. Ёлки-моталки, пойду гляну, что там внутри. Ого, столик, где я кушать себе готовлю, шкафчик для вещей. Даже цветок есть. Ну что, вроде бы круто. Вроде бы круто. На первое время пойдет. Давайте, заезжайте, у меня настроение сегодня хорошее. Здорово. Давай посмотрим, что ты везешь. Бочка бензина и бочка рыбы. Пойду проверю. Я бы, наверное, этот груз вообще вытащил, потому что туда дальше не пройти. Что-то тут бензина больше. И бочек дофига. Ну, давай проверять, значит. Раз, два, три, четыре бочки с топливом. Это топливо, да? Да, точно. И, наверное, бочки с вином. Сверяемся, значит, 4 и 3. Вроде все ок. Максимов, у меня грустные новости. Грузи все обратно, у него все в порядке. Ты че тут пинаешь? Одни места, хотел сказать, ну, это, мошонку пинаешь. Ты че, офигел? Иди охраняй пост свой. Че ты тут смотришь на меня? Ящики он тут пинает. У вас все в порядке, я пропускаю вас. Езжайте. Я сваливаю. Смотри аккуратно, а то у меня пистолет есть, если что. Давай уже, освобождай место, я следующего запущу. О, досмотр идеальный. Хорошечно. Здорово, дедок. Ух ты, елки. Что за фигня? Что за фигня, что происходит? Вообще не въезжаю. На нас кто-то напал? Или что? Что произошло? Где, откуда, кто вылез? Ёлки-палки, вон с леса. За туалетом. Так, я в обход. Ядрить, колотить. Я даже не успел прочитать, что там происходит. Давай, перепрыгивай. Обходим. Здорово. Есть, в бошку выстрел. Готов. Как я их всех обошел. Есть. Хеды хорошо раздаю. Ништяк. И последний. Все, я всех ушатал. А, нет, не всех.
И за туалетом как спрятался лысенький. Получил по лысине? Ох ты, нифига себе, что произошло-то? Меня кто-то с ружья стреляет. Я за дерево. Где ты? Готов. Slow motion прям. Ружье надо бы у него забрать. Группировки. Банда Оберанкова. Организованная преступная группировка, действующая в Карикатке. Они занимаются контрабандой, торговлей оружием и похищением людей с целью получения выкупа. У них постоянный конфликт с полицией Аркистана. Кровавый кулак. Антиправительственное движение сопротивления под руководством Михаила Гарина. Его цель – освободить Аркистан из-под власти коммунистов. За последние несколько лет его членам удалось глубоко внедриться в органы государственной власти. Вот такие-то дела. Эти ублюдки из банды снова на нас напали. На этот раз вы справились, но будьте осторожны, нападения могут усилиться. Хорошо. И этот чувак с дробашом. Так, они что, все исчезли, что ли? Вернитесь к работе. Меня обратно откинули, ну елки-палки. Я хотел тела там посмотреть, патрончики пособирать, а мне не дали этого сделать. Эх. И такой, знаешь, как будто ничего не произошло. Сюда нужно следователей вызвать, там, трупы в мешки убрать, все дела. Но этого нет, я просто продолжаю работать. Хм. Ну хорошо. Здорово, перец. Ты кто такой? Ты в курсе, что если ты из РК, я тебя не пропущу? А ты из РК, и ты с грузом. Ну, вышел. Ты, походу, контрабандист, еще и торговец. К нему можно поторговать, но нечего мне с тобой торговать здесь. У него написано, что он моющее средство 2 штуки везет, и багаж 10 штук. Окей. Все это вытаскиваем. Ну, багаж 10 штук, что-то тут этим и не пахнет вообще. Может, тут что? А, вон, у него же сверху еще. Елки. Вот это ты нагрузился. Как осел. Багаж 10 штук. Вроде как соответствует. Вот это тоже разгружаем. Это моющее средство у него тут лежит, прикинь. Я вначале подумал, что за куски мыла. И вот 2 моющих средства. То есть все соответствует. Но посветим-ка ультрафиолетовым. Вроде все чисто, все хорошо. Че, неужели? Все ок. Подозрительно все это. Короче, я его полностью проверил, вообще ничего не нашел. Фиг его знает. Пропущу. Это был на сегодня последний. Сейчас посмотрим, что мне там скажут. Правильно, неправильно. Вот всегда бы тогда в жизни тоже говорили тебе, правильно ты человека пропустил, неправильно на таможне. А то шиш его знаешь. Ох, елки, минус сотня. Нет. Надо было его не пропустить. Хотя я все осмотрел вообще. Все. Фиг его знает, что не так. Может, колеса спущены были? На колеса забыл посмотреть. Ладно, короче, день закончен. Мне нужно сейчас будет отвезти контрабанду всю и продать ее, сдать. Выгружаемся. И поехали. Как приятно ездить с отремонтированным лобашом. Ну нифига себе. Я же... Ёлки-палки. Черт. Вот так вот стоим. Я ж никого не везу, видимо. А где дверь-то? Как мне выйти? Двери нет. Так, походу я понял. Поехали. Тачка горит. Тачка горит. Зря я остановился. Ух. Полицейская машина уничтожена. Минус 250. Короче, из-за наркоты. Прикинь, за мной. Жесть. Я умер. Опасная работа. Что я тебе хочу сказать? Перезагрузите день или на пункт досмотра вернитесь. Давай на пункт досмотра вернемся. Что? В общем, работа наша сложна и опасна. Фух. Я, короче, пришел на склад, смотрю, все вроде бы на месте, как и было. Короче, прикинь, по каким-то непонятным обстоятельствам был перезапущен день. Странно. А сколько времени сейчас вообще? Еще даже 8 нет. Ну, я тогда в любом случае успею сгонять в магазин, там, сдать всю контрабанду. Странно, конечно, что у меня дверь отвалилась, и из-за этого я не смог вылезти. Мол, как ты вылезешь, если у тебя нет двери, ты не можешь ее открыть? Логика игры просто зашкаливает. Отдел полиции. То, что нужно. Командир. Здорово, лейтенант. Я тут тебе кое-что привез. Все. 4 предмета переданы, я всего сотку получил. Эх, прикинь, в прошлый раз я ехал сюда ради сотки. Короче, решил заехать к Владу и перекупить себе автомат. Потому что с пистолетом что-то как-то опасненько ездить уже стало. Нужно что-нибудь помощнее, желательно РПГ. Здорово.
Мне нужно оружие огнестрельное, там, гранаты — это круто, конечно, а это что такое? Патроны для ружья. Автомат хочу, 1300, блин, дороговато. Могу только ружье себе позволить, пока что. Давай, наверное, купю ружье и патрончики. Хотя бы так, на первое время. Спасибо, Владян, давай. Я к тебе еще обязательно вернусь. Где у меня ствол? О, вот это я понимаю, автоматически причем дробаш. Так, а тут у нас что? Тачка стоит, дерево упало. Ладно, помогу. У меня был где-то топор. Вот топор. У меня в тачке еще топор на всякий случай. Как раз вот для таких целей. Что бы вы без меня тут делали? О, спасибо, что фары включил, посветил хоть. Че там гудишь? Я тебе сейчас фонари поломаю. Свисток, блин. Прикинь, проехал мимо меня, видимо, обиделся и снес мне двери. Придется опять механика просить тачку отремонтировать мне. Причем за мой счет же. Короче, прикинь, оказывается, тебе не нужно открывать дверь. Нужно было шагнуть вперед, и все, я бы выпрыгнул. А я тогда затупил. Ну, век живи, век учись. Механик, почини мне тачку, пожалуйста. Спасибо. Спасибо тебе большое. А я пошел спать в своей новой квартирке. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк, подписаться. И тогда ты увидишь следующие крутые ролики на моем канале. Так что увидимся в следующем видео. До встречи! Стоять! Наш одровний непружно, тенная очкомка.